Să știți că imediat cum a fost declanșat războiul... Знаете, с момента начала войны у нас зафиксирована уникальная криминальная картина. За эти недели у нас не было совершено ни одного тяжкого, особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления. Лично мне хочется верить, что это солидарность с той драмой, которую переживают украинцы. У нас тоже есть история, которая нас связывает. Cu drama prin care trec ucrainenii și avem și noi o istorie care ne leagă. В то же время глава МВД признала, что были зарегистрированы незначительные преступления, которые, по мнению министра, являются неизбежным следствием такого большого потока украинских граждан, въезжающих в Молдову и пересекающих нашу страну. Мы только сейчас, несколько дней назад, зарегистрировали лишь несколько случаев воровства. Но представьте, более чем 330 тысяч человек пересекли нашу границу. Это много, это около 20% населения. И было всего несколько случаев, которые мы пытаемся расследовать очень быстро. Тем самым мы посылаем сигнал другим преступникам о том, что мы умеем делать свое дело хорошо. Стоит отметить, что с 24 февраля в Молдове было зарегистрировано несколько преступлений. Так, в частности, 12 марта у 66-летней украинской беженки украли сумку, в которой были деньги, банковские карты и мобильный телефон. Нанесенный ущерб оценили почти в 3 миллиона леев. Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции, по подозрению в грабеже задержали 5 человек. Все граждане Молдовы. И все они входят в состав преступной группировки. Также сообщается, что несколько дней назад на трассе Кишинев-Люшены поздно вечером был ограблен мужчина. Злоумышленники в масках отобрали у него крупную сумму денег и машину. 50-летний потерпевший рассказал, что ехал по трассе, когда дорогу ему преградила другая машина, из которой вышли два человека в балаклавах, вооруженные автоматами. Угрожая убить водителя, они отняли у него автомобиль Mercedes S-класса и около полумиллиона долларов, после чего нападавшие скрылись. Начато расследование.